Здравствуйте, это новости на телеканале 77 ТВ. В студии Екатерина Иващенко. В начале выпуска коротко о главном. Жамбылская область является одной из ведущих в стране по объему валового регионального продукта. Об этом в ходе брифинга, проходившего на площадке региональной службы коммуникации, рассказала руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жаулбекова. За прошедшее полугодие во всех отраслях экономики области сложилась положительная динамика. По итогам первого квартала валовый региональный продукт составил 301,4 миллиарда тенге и вырос на 2,4%. Помимо этого, есть хорошие результаты и по краткосрочному экономическому индикатору. Здесь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается рост на 4,3%. По состоянию на 1 сентября текущего года, количество субъектов, действующих в сфере малого и среднего бизнеса, составило 70,1 тысяч единиц. На реализацию госпрограммы по поддержке и развитию бизнеса в 2019 году из республиканского бюджета 1777,3 миллиона тенге на сегодня отсвоено 1688,8 миллиона тенге. Общий объем строительных работ составил 62,8 миллиарда тенге и увеличился на 2,5%. Это восьмое место среди регионов страны. Позитивной динамике также способствуют предприятия, созданные в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития. В текущем году реализуется 8 инвестиционных проектов общей стоимостью 11,9 миллиардов тенге. Созданием 693 новых рабочих мест динамично развивается в регионе и строительная отрасль. С начала года введено в эксплуатацию 333,9 тысяч квадратных метров жилья. Показатель вырос на 7,3%. Многодетным и малообеспеченным семьям предоставлены 260 квартир. В регионе начало строительство 8 общежитий из 12 запланированных. Для индивидуального жилищного строительства будет выделено 2877 земельных участков. В завершении брифинга Гульдана Жаулбекова сообщила о том, что с начала реализации программы 7-20-25 на сегодня банками-партнерами принято около 419 заявок на сумму 2,8 миллиарда тенге. Из них одобрили 231 заявку общей суммы в 1,6 миллиарда тенге и уже выдано 207 кредитов. Куляш Умурзакова, Азат Байтимир, 77 News.